Федерация, у нас создаются национальные секции миротворческого движения. Если мы не объединимся, то нам будет уже поздно. Я просто хотел такой короткий пример привести. Представьте себе, что в этом зале сидит 15% населения. И вот какие-то преступники ходят, разливают бензин из канистров. Вначале в Дели, потом вокруг нашего зала, нас успокаивают. Потом заходят в зал и начинают разливать бензин между рядами. И говорят, вы нормально живите, все будет нормально. Где гарантия, что все будет нормально? Сегодня примерно такая образная ситуация сложилась у нас в мире. Сегодня уже многие страны хотят иметь ядерное оружие. Вы, наверное, слышали, да? Сегодня Турция заявила о создании, о желании иметь ядерное оружие. Еще несколько стран. А почему? А потому что сегодня не работает международный закон. К сожалению, не работает международный закон. Только силой решаются многие вопросы. И это спасти вопрос может только объединение людей на планете. Что и делает наш народный генерал Навратов. И поэтому сегодня уже созданы 20 национальных секций. Координаторы этих национальных секций, которые создали уже команды национальных миротворцев, сегодня награждаются нашими наградами. И вручать одну из первых наград представляется нашим народным генералам, генералу миротворцу Навратову. Жалия Джусубекова. Thank you.
лучшей команде, которая сделала очень большую работу к пятилетию. Здесь более 8 тысяч человек из Индии. Аплодисменты. Самое, да, а теперь вот первое место.
там прослеживайте новости, вполне вероятно, мы, может быть, и раньше. Больше постараемся к Новому году. Но здесь не будет. Надо построиться, стать скромненько для торжественного фотографирования на эту память. Андрей Федорович, мы как вас главные мечтатели попросим стать посвятиночкой. My husband denied. Yes, I do.
because of the previous bitter experience. So I deny. Yes, friends, we have a very bitter experience before getting this business opportunity. We have been introduced to a business by our friend, but we have to invest lots of money. Yes, we have done that business with our friends wholeheartedly. Unfortunately, the business has gone away after 2 years. That business made us bankruptcy. We always keep on praying to God, friends. Let's always be positive. Always believe that to join and so that we can find out how about other business. Dear friends, you all must have seen that there is an oxygen cylinder. My mom is always very sick. She used to be on the speak longer. If there are 10 people together, she cannot do the presentation. She will take the help from us. That is family combination. No, but then again, the best thing is that 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 the best thing is
Работаешь, тебе тяжело, очень тяжело, хочется все бросить, уйти,
Но потом наступает момент, когда ты преодолеваешь этот статус, ты уже очень быстро идешь к своему миллиону. И как говорил Алексей, ну немножко не так было, спикер говорил, вот представьте, вот одна матрица, вторая, а вы печатаете деньги. Это ваши матрицы, которые печатают вам деньги. И чем больше вы напечатаете, тем больше денег в карман получите. Я сидел действительно там, и когда спикер перестал говорить, а я еще аплодировал. Они смотрели и говорят, кто там аплодирует? Говорит, все, хватит, а я еще аплодирую. Говорит, а, ему денег мало. Поэтому печатайте свои деньги, не стесняйтесь. Я хочу поздравить всех, кто фанатов, такие друзья. Чуть-чуть осталось до советника, чуть-чуть. И потом, вернее, сейчас вице-президент у нас, да? И потом президент. И я верю, что в Индии, во всех странах, президент это будет достойное звание, ну, а потом генерал мира. Так что, дорогие друзья, добрый путь, и вас ожидают в 15.00, очень интересно, много новостей. Спасибо, спасибо, Андрей Федорович. И еще у нас еще один подарок, сейчас мы с музыкой, да? А теперь наши дорогие друзья. Поем все вместе. Русские есть русскоязычные? Подпеваем!
танцуем вместе с нами танго. Thank you.
Спасибо. Ну и еще один подарочек из России для всех русскоязычных, а также для всех друга языка. Раз, два, раз.
Спасибо. Ваня Миш! Нет, так артистов не встречают и не провожают. 3-4, громче! Всех заметил. Я не видел их вчера, не сегодня, я просил наших ведущих, но приходится мне это делать самому. Шутка. Смотрите, есть такая волна. Кто знает, что есть волна? На море. А есть история про волну. Так вот, смотрите, нужно научиться всегда гнать волну. А история про волну следующая. Представьте себе огромное-огромное болото, которое неприятно пахнет. Ну там, вот как болото, понимаете? И в этом болоте сидят там огромное количество людей. Вот сидят, и вода, ну, в болоте, вот так. На меня камеру можно поставить, чтобы все видели. Можно мне камеру? Можно или нет? Так вот, в болоте сидят люди, такая, знаете, не очень приятный запахом вода, и они сидят вот так. Стоят люди. И одному человеку где-то сзади надоело, и он решил вперед пойти. Все, на берег, надоело стоять, а когда идешь, начинает что? Волну гнать. И тут волна гонится, да? В рот попадает кому-то. Все говорят, не гони волну. Слышишь, не гони волну, стой. Слышали, наверное, такую фразу? Так вот, когда большое такое количество людей, есть понятие гнать волну. Короче, если мы научимся с вами гнать волну, мы всегда будем на вершине этой волны, а не по волне. Так вот, посмотрите, мы сейчас с вами сделаем очень интересную вещь, которую на будущее кто будет устраивать такие мероприятия, эту волну нужно гнать прямо после начала мероприятия. Вот началось мероприятие, ведущий должен уметь гнать такую волну. Смотрите, как мы это делаем. Я вам покажу на примере партера, а потом мы потренируемся слева и справа, а потом продолжим тему. Смотрите, вот в партере первый ряд, вот у нас первый ряд сидит, да? Смотрите, встаньте первый ряд и сделайте вот так. Да? Теперь первый ряд. Нет, потом первый ряд, вот первый ряд. Потом первый ряд садится, а второй встает. Садится первый ряд, второй встает. Все пятый ряд встаем. Садимся. Шестой ряд встаем. Седьмой ряд встаем. Садимся. Восьмой ряд встаем. Пошли, пошли, пошли. Когда вы видели, что эти сели, следующие должны встать. Давай, 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 пошли. Отлично, начинаем опять с первого ряда. И теперь можем тренироваться вот эта часть. Как только вы видите, что первый ряд встал и сел, вы сразу же встаете. Второй ряд вы видите, третий ряд, что второй ряд встал, сел, встал, вернее, сел, вы встаете. Хорошо? С этой стороны, и здесь нам показывать пример будут вот топ-лидеры. Это же у нас все президенты, они сейчас должны показать пример. Итак, пошли. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. И пошли, пошли, пошли сами. Пошла. Не гони волну называется, а мы гоним волну. Красиво, да? Но это еще не все. Сейчас мы еще раз. Нужно для того, чтобы выработать, как в нашем бизнесе, нужно несколько движений сделать. Потому что когда я подписал контракт, и я однажды сидел вот там, высоко-высоко, на первой своей встрече, такой большой, это был Москва. О, отлично, дошла волна, отлично. Я сидел вот там, место, я за 3 дня купил себе билет, и было сумасшедшее мероприятие в Олимпийском городе Москве. И как вчера примерно, после обеда места начали освобождаться, я опустился вниз, а мне сказал мой спонсор, говорит, вот если даже в туалет будешь хотеть, ни в коем случае никуда не уходи. Каждое слово со сцены – это очень ценная информация. Я, как послушный ученик, сидел, мне хотелось в туалет. Я вот так сидел, но сидел. Как только спикер выходил на сцену, я быстро летел в туалет. По пути брал хот-дог. У нас тогда не хот-доги были, а сосиска в тесте называлась. Кока-колу и бутылочку. Прибегал, смотрю, а, успел, еще ведущий разговаривает. Ну, а обычно ведущий минуту разговаривает. И вот так вот я сидел 2 дня с 10 до 11 каждый день. С 10 утра до 11 вечера. На второй день с 10 утра до 11 вечера. Первый свой год я провел 1500 встреч. За первую неделю 56. И мне все отказали.
Но в тренировке есть такая вещь. Когда ты тренируешься, тренируешь мышцу. В данном случае мы тренируем нашу мышцу, которая называется мозг. Так вот, сейчас тоже будет тренировочка. Еще раз, пошли. Первый ряд пошел, второй ряд пошел, третий. И пошли, пошли самостоятельно. Отлично. А слева, справа почему сидим? Вас же это тоже касается, я говорил. Слева, давайте, первый ряд. Сели. Второй ряд. Сели. Третий ряд. Сели. Четвертый ряд. Сели. Пятый. Сели. Потом вот трибуны пошли. Первый ряд, трибуны. Все трибуны, первый ряд, поднялись. Нет, так не пойдет. Трибуны, вот кто на трибунах, первый ряд. Давайте все. Встаем. 3-4 руки вверх. Сели. За ними второй ряд. Вы большие молодцы. А теперь, если мы сопровождаем это вот такими звуками. Отлично. А теперь нужно сопровождать вот такими звуками, как вы слышали, да, лидеры? Вот так вот. Первый ряд встает и говорит: оу! Садится второй. Пошли три повторять. Вот звуки. Так вот, в следующий раз, когда мы будем это делать, под музыку можно будет повторить. Но мы продолжаем. Видишь, сколько людей? Окей, организаторы, can you please provide to these people who hold their hand up the translation devices? Please hold your hands, okay? Тогда давай со мной повторяем. А как вам понравилось? Кому понравилось, поднимите руки. Что, повторим? Да, нет? Ну давайте. Первый ряд пошел. Оу! Второй. Слева. Пошли. Пошли слева, справа, пошли. Под ваши бурные аплодисменты я приглашаю первого нашего партнера Евгения Хабана, также специалист, который нас консультирует по криптовалюте, по криптонаправлению. Можно музыку фоном поставить. Music, please. Евгений Хабана. Представляет компанию, мы работаем 50 на 50 с компанией Jenny Pay. Сейчас он расскажет, что это за компания. Дальше, вы слышали вчера, рекламка такая была, представьте, Евгений, Marvel, но у меня большая просьба, пожалуйста, мы не Marvel, Marvel, это у нас такое рабочее название, Kid Marvel, такой азиатский Marvel. На самом деле мы пока не инвестировали в Marvel, но мы создаем свой Marvel, вернее не мы инвестируем в компанию, которая создает азиатский Marvel. Я приглашаю Нурлан Мамакеев, Киргизстан. Вы знаете, что мы инвестируем в киноиндустрию, он расскажет тоже сейчас новости, покажет кое-что. Нурлан, приветствую. Следующая компания, которую вы знаете, мы инвестировали чуть-чуть сейчас. Мы объединились, такая коллаборация у нас происходит. Серик Таракеш. Компания. Серик. Шикар компания. А дальше есть очень такой известный бизнес-тренер на не только российском пространстве, Соединенных Штатов, скажем, наш земляк, который живет в Соединенных Штатах, Алекс Яновский, который создал просто суперсистему ресторанного бизнеса Суши Мастер. Алекс, привет. И еще один человек. Это связано с производством и особенно перспектива производства здесь в Индии. Это Дмитрий Воронов. Это компания инновационные технологии Базальта. Под ваши бурные аплодисменты, ребята, аплодисменты. Помните, да, карман, сколько наплодируешь, столько получишь. Так, Евгений Кабанов, тема.
Евгений, я тоже присяду. Евгений, а ты где? А, отлично. Я дам микрофон, а у всех есть, да? Я дам микрофон. Отлично. Ты первый. Хорошо. Итак, я хочу предоставить первое слово Дмитрию Воронову. Он сам расскажет о компании, чем компания занимается, и какие перспективы в развитии вообще на индийском рынке. И потом я по ходу позадаю еще несколько вопросов, если они ответят, Дмитрий. Дайте монитор, пожалуйста. Монитор на сцену, будьте добры. Добрый день всем. Презентацию, пожалуйста, компании инновационной технологии, базардовой технологии. Пока у нас пауза, я хочу вас поздравить с вашим пятилетием, поблагодарить за наше сотрудничество. Надеюсь, оно будет, я даже не надеюсь, я уверен, что оно будет плодотворным и на долгие годы. Так что с праздником. Ребята, кто русские, говорящие, а рядом с вами есть англоговорящие, дайте им, пожалуйста, переводчик, наушники, чтобы они могли слушать перевод. Отлично. Да, пока клетят русы. Чем будет заниматься компания, почему выбрали с нами сотрудничество и какие перспективы видите в развитии своего направления? Наша компания совместная, которую мы создали, будет заниматься развитием новой технологии. Это технология производства различных композитных материалов из камня. Этот камень называется базальт. Его для нас подготовила сама природа. Это продукт магмы, да, то есть извержение вулкана. Фактически 30% поверхности Земли составляют именно различные магнетические породы, различные базальты. Различные базальты. И это на сегодняшний день один из основных трендов экологичность. Очень важно не только развивать какие-то инновационные продукты, но и сохранять нашу планету. И базальт может серьезно в этом помочь человечеству. Компания, которая нами создана, будет производить непрерывное базальтовое волокно, из которого будет делаться различные продукты, начиная от мебели, например, лыж, и заканчивая космическими кораблями. Фактически, этой технологией заинтересованы огромное количество компаний во всем мире. Илон Маск дал задачу там, своим сотрудникам обратить внимание на базальт, потому что у него возникла идея делать из базальтовых материалов жилища для первых поселенцев на Марсе. Вот, очень может быть, что мы в этом проекте поучаствуем в том числе. Значит, базальт по своим характеристикам он опережает очень многие материалы. Он практически является полной заменой стеклопластикам и металлам. Кроме того, он абсолютно идеален в строительстве, в промышленном, в жилищном строительстве. Из него мы планируем делать автомобили, корабли, самолеты. Эти изделия не будут ни гнить, ни корродировать. Ну, то есть с ними ничего не будет происходить, они практически вечные. Но очень важно, маленький нюанс, они могут подвергаться вторичной переработке. То есть если мы делаем некие изделия, то эти изделия мы можем вернуть обратно в производство, они будут переработаны, и таким образом планете не будет нанесен никакой ущерб. На сегодняшний день
На сегодняшний день уже рынок потенциальный композитных материалов из базальтового волокна составляет несколько миллиардов долларов. И наши планы на ближайшие 10 лет стать ведущей компанией в производстве базальтокомпозитных материалов. Ну, как я уже говорил, 30% поверхности Земли составляют базальты. Вот их первоначальный вид вы видите, это магма. Уже из исследованных месторождений на земном шаре больше 500, поэтому фактически нет никаких проблем с сырьем, что очень важно для таких инновационных производств. Здесь вы видите на слайде различные сферы применения, начиная от химической промышленности, где можно использовать базальт в качестве фильтров, и некоторые компании уже используют изделия из базальта, специальные фильтра для сбора нефтяных пятен на поверхности океана. Для Индии вопрос экологии точно так же стоит остро. Очистки воды, очистки прибрежной зоны, поэтому изделия из базальта, специальные фильтра могут легко применяться. Они абсорбируют любые химические материалы и могут использоваться даже неоднократно, а до 5 раз. Кроме того, это различные ткани, которые могут быть использованы везде, начиная от обычной индустрии и заканчивая военной промышленностью, и строительные материалы. Мебель вы тоже видите, ну и наиболее интересный тренд в последнее время – это печать при помощи промышленных 3D-принтеров. Вот, собственно, наш следующий шаг – это развитие этой отрасли. После того, как мы запустим наше совместное производство, мы будем запускать 3D-принтинг на основе непрерывного базальтового волокна. Это тоже очень интересная и перспективная, самое главное, прибыльная отрасль. Правильно понимаю, Дмитрий, значит, мы можем фактически заменить весь металл, арматуру, трубы в автомобильной строительстве, значит, и строительство юнибусов для SkyWay. Совершенно верно. Мы можем, во-первых, эта технология очень хорошо вплетается в ту технологию, в которую вы уже проинвестировали достаточно большие средства, это SkyWay. Практически весь SkyWay может быть создан с использованием базальтовых волокон. Да? То есть и опоры, и сами небусы, и рельсы, по которым они ездят, все это может быть сделано с использованием базальтового волокна. Таким образом увеличится его срок эксплуатации, соответственно повысится рентабельность этого проекта. Видите здесь сравнительные характеристики. Темно-синим, собственно, цветом указан именно возможности базальта. Это высокая стойкость к температурам. Наверное, да, я встану, так будет проще. Так вот, базальты могут выдерживать высокие температуры. Они могут постоянно выдерживать температуру 700-800 градусов, не разово даже 1000 градусов. Более того, мы сейчас уже работаем на новой технологии, которая позволит еще более повысить стойкость температурную изделий из базальтовых волокон. Оно очень прочное, намного прочнее, чем металл, в 1,5 раза прочнее легированной стали, которая обычно используется в жилищном строительстве, в строительстве мостов, различных укреплений для берегов. В Соединенных Штатах Америки одна из компаний, называется US Basalt, уже построила несколько локальных мостов полностью из базальта. Вот, собственно, наша задача
сделать так, чтобы Казань начали применять во всем мире повсеместно, даже не рассматривая каких-либо конкурентов. Ну и основное преимущество базальта по сравнению с остальными композитными материалами, это, конечно, его стоимость. Наши прямые конкуренты, углеродное волокно, стоят минимум в 15-20 раз дороже. Вот, собственно, благодаря одному из таких вот весомых аргументов мы планируем завоевывать рынок. Благодаря которым эта технология является все-таки уникальной. То есть мы просто плавим камень в печи, потом вытягиваем его в ниточку, а из ниточки уже делаем различные материалы. Ну, а это я. Так что большое спасибо за внимание. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Дмитрий, вопрос. Значит, мы по контракту 2 миллиона евро инвестируем. Наверняка все будут интересоваться вопрос, что от этого мы получаем все и какой срок окупаемости этих вложенных средств у нас будет. Фонд участвует в этом проекте 50 на 50. И фактически окупаемость такого проекта составляет с момента запуска производство полтора года. Мы, я предполагаю, не будем дожидаться этой окупаемости, будем разговаривать со всеми ведущими производителями. У нас были уже предварительные переговоры и с BMW, и Volkswagen Group, и Michelin, и Airbus, и еще огромное и Total, огромное количество европейских, американских, японских компаний, кто заинтересован в этом продукте. Я думаю, что как только мы начнем получать первые материалы, мы сразу же вернемся к этим переговорам и будем строить в Европе крупное предприятие. А может быть, не только в Европе, как я сказал уже, в Индии это очень перспективный проект. Им заинтересованы не только в Индии, им заинтересованы на Ближнем Востоке, им заинтересованы во всей Юго-Восточной Азии. Вообще по металлу здесь металл, да? Уже нужно вести переговоры. Уже. Так что, господа индийские партнеры, если есть выход господину Митталу, знаете, да, один из богатейших людей мира, который перерабатывает и продает металл, я думаю, мы будем рады, если вы устроите такие встречи, потому что, я думаю, его заинтересует это предложение. Ну и дальше мы передаем слово Алекс Яновский. Это человек не только бизнесмен, но еще известный бизнес-тренер. И его проекты, его знают в интернете, и многие партнеры, многие бизнесмены, как мастер суши. Алекс, тебе слово. Слышно меня? Если можно, Алекс, микрофон. Тоже 5 лет, мы ровесники с вами. Наша компания – это сеть ресторанов японской кухни. Мы сейчас в 10 странах. У нас на сегодняшний день 231 ресторан, 123 города. В прошлом месяце мы открыли 23 ресторана. Сейчас наращиваем скорость. До конца этого года примерно у нас будет уже 280, может быть, даже 300 ресторанов. Наша цель – построить самую крупную в мире компанию по доставке японской кухни. В принципе, аналогия Starbucks, только в японской кухне. Это 30 тысяч ресторанов. Достигнув этой цели, капитализация компании будет около 100 миллиардов долларов. Starbucks сегодня стоит где-то 120 миллиардов долларов. Ближайшая цель – это открыть 2000 ресторанов за один год. Мы хотим это сделать с апреля 2020 года по апрель 2021 года. То есть через полгода. Вот это. Нужна аудитория, которая будет за это время и этим пользоваться. И самое главное стало, что он есть людей, СНР.
на правильном уровне, что это не без тебя. То есть это те люди, например, у кого взяли Android, поднимите, пожалуйста, Android. Отлично. Опускаем. У кого iPhone, необычный телефон, понимаете? Вы понимаете, да, что эти две компании вам денег не платят, то если вы сейчас начнете спорить, у кого лучше телефон, вы друг друга поубиваете. Абсолютно бесплатно. При том, что они вам не платят денег. Вот точно так же. А как приятно доказывать свою правду в конце. И был очень сильно разочарован, меня очень сильно раздражали люди, которые вот сгорели себе. Потому что вся тусовка, вся жизнь происходит здесь. Особенно на этой сцене. И вот то, что Алекс сказал, я поддерживаю. Знаете, ваши цели должны быть действительно очень большими. И зря говорили всегда, целься в луну, попадешь к звездам. Стремитесь. И помните самое главное. Если вы хотите добиться жизни успеха, мне очень нравятся такие мудрые фразы. Если ты в комнате самый умный, и не в той комнате, пытайтесь менять комнату. Этим пользуются на 100%. Конечно же, компания «Свифт» не могла пройти мимо и сделать проект, и вложить деньги в области технологии, потому что именно финтех всегда дает больше всего прибыли, быстрее и востребован массово практически в каждом уголке планеты. «Шинитрей» – вот такое название было выбрано. Что делать на штучках? В принципе, похожая очень вещь, которой вы пользуетесь, но есть существенное различие. Сколько берут банки, алчные, Visa, MasterCard и все остальные, и магазины 2-3% за то, что они дают вам возможность оплаты этими картами. Кто платит эти проценты? Это вы делаете. Вы платите 2-3%. Мне нравятся идеи, которые есть в Свифте, чтобы люди платили меньше и чтобы они жили лучше. И эта концепция здесь тоже примет. तुमको सामान भी नहीं होगा, वैसे तो काम ही बात इससे हो जाए तो और अगर तुम जाओ, तुम्हें तुम्हारी कोई Thank you.
Thì ăn quay đang mua, có được chứng đứng cho xíu đẹp hơn. Nhưng mà thông dịch nghe không hiểu rồi, về coi. Xin chào, kỳ vọng. И вы уже это ощущаете, да? Так вот, следующая ступень – это президент. Я всем вам желаю уже завтра зажить это нам. Аккуратно проходите, пожалуйста, вот сюда.
наградить самого молодого президента. Жалко, это наша награда. Thank you.